Бум-бум, с вами Наташа Гром, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас пойдет рубрика «Вопрос-ответ», рубрика, которая уже, в принципе, за 30 видео, которые есть на канале, уже должна была появиться, должна была выйти. Но я считала, что это не нужно, потому что, как бы, я снимаю достаточно мало. Я очень долгое время не видела смысла в этой рубрике, потому что кто меня знает, меня очень мало людей знает, и никто не успел нормально познакомиться, чтобы можно было задать просто ряд интересных вопросов. Поэтому эту рубрику я оставила на готове, сделала отдельный контакт, теперь который стал моим постоянным личным, куда я добавляю всех своих зрителей, потому что, ну, мне кажется, это очень важно, поддерживать общение. По поводу каждодневного общения я ничего не могу сказать, это очень тяжело, когда все начинают писать, потому что там активно аудитория начинает, ну, добавляться, вы сами понимаете то, что можно написать в любой момент. Вот, я всех предупреждаю, что я отвечаю на сообщения, но отвечаю чуть позже уже, потому что так может получаться, что нет времени, либо я снимаю, либо я монтирую, поэтому отвечаю я всегда, но позже. Не знаю, как будет дальше, потому что людей все больше и больше, пишут мне, соответственно, больше, вот. Но в личных сообщениях я просила каждого, ну, написать, если кому что интересно, по поводу вопрос-ответа. Я еще пока не знаю, как это графически выстроить сюда, здесь, чтобы это все было вот тут написано, но... Вопросы вы задавали, вопросы есть. Итак, начнем. Итак, первый вопрос. Как ты называешь, YouTube или YouTube? Я всегда называла YouTube, потому что я люблю, как слова звучат. И мне больше нравится, когда слова идут мягко. На самом деле, тут получается очень мягкое слово, и оно, мне кажется, что больше приятно на слух. Как правильно, я не знаю. Это, мне кажется, ну, каждому, кто как хочет. Вот. Если ты так хочешь называть, ты так и называй. Здесь, в принципе, ничего такого нету. Были ли у меня мысли удалить канал? Вообще ни разу. И я на самом деле, если честно, я не понимаю, когда люди так делают. Либо ты хочешь снимать, ты снимаешь, да, либо ты канал используешь как видеохостинг, размещаешь какие-то свои там видосики и потом даешь ссылку там друзьям, ну, как это обычно многие люди делают. Как часто люди берут и делают много разных каналов, допустим, один удалят, потом другой удалят, потом третий создадут там и так далее. Я знаю, что очень многие люди удаляют свой канал, потому что там очень много дизлайков. Но сами понимаете, что проще удалить видео или скрыть видео, чем удалять канал. Я вообще не понимаю, кто это делает, и, по крайней мере, всегда можно просто удалить видео. Очень интересный вопрос следующий, на самом деле. Хотел бы ты переродиться заново, чтобы избежать всех своих косяков? Ну, я не считаю, что у меня какие-то такие прям нереальные сложные косяки, так скажем, ну, как вы написали, вашим же языком отвечаю, потому что любая ошибка в жизни дается не просто так, она дается для чего-то, чтобы что-то преодолеть, чтобы что-то понять, чтобы, ну, может быть, наставить на путь истинный, как бы, ну, судьба тоже, на самом деле, такая вещь такая хитрая. И мне кажется, что все мои косяки, даже когда я пыталась думать перед этим, это все не просто так, и я считаю, что все оно идет так, как надо. И я не могу назвать свои ошибки там какими-то очень глобальными, да, там, например, приступить там закон там или еще что-то такое. Все идет как бы с УК РФ, все чисто, гладко и, ну, какие-нибудь глупые. На самом деле, смотря что еще считать косяком. Бывает так, что мы что-то не договорили, то, что хотели кому-то дорассказать, кому-то что-то не выговорили, а может быть, наоборот, выговорили, а нужно было промолчать, смотря что здесь подразумевается под косяками. Либо уход из музыкальной школы, например. И мои родители говорили, что я сделала зря, что так, ну, то, что ушла с музыкальной школы, это была как бы ошибка. Я не считаю это ошибкой, вот честно. Я понимаю то, что сейчас бы все было бы, как бы, может быть, и по-другому, но мне нравится, как я живу, поэтому косяки, хорошо, что вы были. Четвертый вопрос. Много ли у меня скрытых видео? На самом деле у меня всего 2 скрытых видео. Они, ну, как бы нормально были, и просмотрели их, и лайки ставили. Это видео относится к автомобилям, ну, к автомобильной тематике. Я там просто, мне кажется, что это моя ошибка, то, что я указала очень точное название. Например, указала название мероприятия, и по этому мероприятию нашли мой канал очень многие мои знакомые, даже те, которые я бы не хотела, чтобы они искали. Вот, поэтому я решила, чтобы дальше таких как раз-таки косяков, как вопрос, а возвращаясь к вопросу к третьему, что таких косяков больше не было, потому что я не особо хочу, как бы, ну, чтобы какие-то определенные лица знали пока что. Я поэтому решила скрыть эти 2 видео, и, скорее всего, я, наверное, их, может быть, даже удалю. Я еще не знаю, что с ними делать, но их всего 2. Это видео было бы 30-м. То есть у меня сейчас 30 видео, 2 из которых скрыто, вот так скажем. Сколько лет я снимаю видео? На самом деле, видео я снимаю большую часть своей жизни, потому что у меня все мои подработки, все мои какие-то хобби были связаны со съемкой. Причем как со съемками клипов, об этом речь пойдет позже, так как и работы на телевидении. Что-то вот такое вот уже свое я начала делать 2 года назад, в 2014 году.
тоже был один проект, но он был очень, ну, неудачным, я не хочу об этом говорить. А каналу, ну, каналу уже больше года. В каких странах я была? Я на самом деле облетела очень-очень много стран, и тут большая заслуга тому, что у меня семья, как бы, она связана с одной из компаний. Я не думаю, то, что это будет какой-то рекламой, потому что уже компания одна из самых известных, я считаю, по России. Это компания Аэрофлот. Я думаю, что очень многие из вас летали этой авиакомпанией, вот, ну, мне нравится, как бы, и не потому, что там работал кто-то из моей семьи, нет, не в этом дело абсолютно, ну, просто, не знаю, как-то комфортно и доверие больше, и плюс я всегда сверяю, обязательно сверяю по аварийности, как бы, самолетов, и, ну, у меня нареканий нет. Поэтому мне удалось облететь очень много стран, посмотреть. Вот, я была в Болгарии, Штаты, Польша, Германия. Может быть, когда я поеду к родителям, я найду отрывки видосов и я обязательно вам покажу. Вот, какие еще страны были. Ну, Украина это само собой. А была еще Испания. Вот, и единственное, что я очень хотела слетать в Лондон, но я думаю, то, что я полечу уже как бы сама. И еще в Швеции, еще на самом деле другие какие-то страны, я сейчас не буду вспоминать, чтобы не тянуть время, чтобы это видео не было. Ты сова или жаворонок? Если честно, я сова. Но я какая-то неправильная сова, потому что мне нравится вставать рано утром. Вставать рано утром до звонка будильника, то есть, ну, так обычно совы не поступают, это какое-то предательство сов. Но я раньше была жаворонком, я могла встать очень рано, поднять всю семью, то есть мне нужно было какой-то движухи и еще чего-то. Я всегда вставала очень рано и как-то, ну не знаю, всех это напрягало, наверное. Я люблю поздно ложиться и рано вставать. Мне сказали, что это голубь. Бывает такое вообще? Ну, вы понимаете. Я решила выбрать пока что максимально 7 вопросов самых интересных. В следующих видео их будет больше, потому что я думаю, то, что вы будете задавать их больше, и людей, которые будут смотреть их, конечно же, будет больше, потому что, ну, по-честному аудитория как бы растет, и это здорово. Вот, поэтому добавляйтесь в ВКонтакт, ссылка будет в описании, на Snapchat. Я там тоже снимаю всякие вот такие всякие вещи, они тоже будут внизу. Вот, и позже я вам дам свой Инстаграм, чуть позже будут остальные соцсети, так что добавляйтесь в ВКонтакт. Да, ВКонтакт я добавляю просто всех, я это сразу говорю, и, соответственно, мы переписываемся там со всеми, обсуждаем всякие штуки. Ну, в общем, вот. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Ставь пальцы вверх, спрашивай в комментариях что-нибудь, пиши мне ВКонтакт. И следующее видео, наверное, скоро. Я думаю, то, что будет, скорее всего, влог. Потому что, ну, уже хочется какого-нибудь более такого. Хочется, знаете, больше, ну, такого живого, что ли. Это же все-таки блог. Блог лайфстайл, поэтому, ну, блог о жизни, короче, грубо говоря. Вот, хотел вам сказать, будьте счастливы. И я думаю, то, что уже совсем скоро услышимся, увидимся и встретимся здесь. Пока! Блин, тут такой был интересный вопрос про молоко. Я как главный фанат молока, наверное, оставлю, ну, потом.